Всем привет, дорогие наши друзья! Настя, как обычно. Ну что? Мы рады снова приветствовать вас на нашем канале ASMR Russia. С вами Денис и Настя. И Настёночка. Сейчас мы будем кушать вермишель с сыром, оливки и охотничьи колбаски. И дятел-перфоратор. Да, он уже долбит уже какой день подряд, заколебал тут всех, даже никто не может понять, где он долбит, потому что мы живем в панельном доме, и тут он может долбить даже в соседнем подъезде. Вообще я хотел взять спагетти. Схватил пачку. Ну, Денис у нас ходит в магазин с закрытыми глазами. Как вот в таких пачках всегда спагетти продают. А потом Настя говорит, а ты зачем вермишель взял? Я говорю, какую вермишель? Я спагетти покупал, я ничего не знаю. Она говорит, ну ты посмотри. И действительно оказалось, это вермишелька. Она варится может быть, это ультратонкая спагетти? Она варится 3-4 минуты, поэтому это вермишель. Да. Она у нас с сыром, сырочком. Ой, вкуснятина. Мы голодные, нагуленные, голодные. Ой. Какие они вкусные. И уже... Да, у нас тут... Че, кетчупчик не поливаешь? Охотничьи колбасочки. Взяла в этот раз оливки я в магазине в мягкой упаковке. Чуть не сильно. Не в банке? Ой, простите. Ну-ка, есть что на лице? Нет, ничего. Мне прям аж в глаза попали брызги. Ты так давил? Я ничего не давил, я просто открыл, оно как плюхнулось. Вкусненькие вот эти, мягкие. Да? Ну, я, знаете, когда покупала, смотрела состав. Очень хороший состав, кстати, у них. Угу. Еще пробовать не в жестяной банке. Вот в такой, знаете, как... Мягенькой. Да. Обычно все в жестяных, да, в стеклянных баночках брали. А ну ничего, так вкусненько. Можно и в таких брать иногда. Да, можно. Мы что-то на оливки подсели в последнее время. Состав, да. Ну, вермишель тоже из твердых сортов, ну, поэтому почему бы и нет. Она иногда вкусная, прям ее вот я с превеликим удовольствием хлопаю. А какие вкусные колбаски. Колбаски просто божественные. Мы тоже с превеликим удовольствием их ем. Что альпийские колбаски, что охотничьи. Угу. Все вкусно. У нас даже Лёша стал плохо спать из этого перфоратора. Он же который день долбит. Его просто будет. Мне просто интересно, что можно долбить весь день вот так вот с утра до вечера? Что он там, я не знаю, он стены там пробуривает к соседям, что ли? Может быть, решил объединить две комнаты или там кухню с комнатой. Может быть такое. И он решил прям вот всю стену прям убрать путем высверливания этой стены, да? Да. Интересно. Вот какой минус жить в панельном доме, это очень хорошая слышимость во всем доме. Возможно, он даже где-то бурит, где-то соседний подъезд или через подъезд, все равно будет слышно да. Очень хорошо. Я говорю, я не исключаю, что он долбит в соседнем подъезде. Да. Это очень даже вероятно. И слышит, наверное, весь дом. Пол дома точно. Ну, просто фантастика. Особенно, когда голодные, еда становится в несколько раз вкуснее. Мы сейчас вернулись с магазина. Настя с детьми вставила шопинг. Да, немножечко приоделись. Да. Хотела Лёше посмотреть зимний комбинезон, а еще не продают. Не сезон. А рано еще ты что, какой комбинезон зимний? Ну, у них же висят женские куртки, всякие там мужские куртки, зимние, осенние, весенние висят. Ну, зимних еще нету. Зимняя рано. Зимняя где-то в октябре завезут, я думаю. А может, в сентябре. У меня же у Лёши нету комбинезона. Я хотела бы, присмотрю какой-нибудь, возможно. И там можно посмотреть. Да. Почему нет? Хочешь с кетчупом попробовать? Хочешь? Чего ты смеешься?
Я только шлепки слышу, доносящиеся с кухни. Ну не в ладошки играют. Ладушки, ладушки. Где были бабушки? Ой. Тут на днях, буквально сегодня, я в объявлении. Теперь молоток. Выход молотка. Ну, перф перестал работать, руки освободились, надо что-то дальше делать. Хватил молоток, давай добыть. В объявлении что? Увидел машину, какую мы хотим. А мы хотим старенького Эльгранда. Nissan Эльгранд. Первого поколения. 97-2000 год. Старенький-старенький. Машина просто фантастика. Большая. Прочная. Прям вот для нашей семьи. Главное, что вместительная. Да. И стоит, главное, недорого еще. Но, блин, при более подробном изучении и консультации с друзьями этот вариант был аннулирован. Да. Поскольку он находился во Владивостоке, это надо было туда ехать, смотреть. Как меня убедили мои друзья, товарищи, что такие старенькие машины во Владивостоке просто целых нету. Во Владивостоке большая влажность, морской климат. И еще зимой реагенты на дороге сыпят. То есть они прям все гнилые. Короче, меня отговорили от такого путешествия во Владик, что я просто зря прокатаю деньги и убью свое время. О! Молоток положил, взял опять перф. Ну тоже, что он там делает вообще? С утра до вечера, главное, бурит. Что-то сверлит, сверлит. А, таких видео у нас еще точно не мне было. Мне кажется, он там мозги сверлит, по-моему, своим соседям. И эта долбёжка не будет вот перебивать наш разговор случайно? Нет, нормально. Не вот напишите кто-нибудь, вот что можно дома делать, такой, ну, из ремонта, что прям вот сверлить. Вот прям сверлить уже несколько дней подряд, вот с утра до вечера что-то сверлит. Это что не он сверлит, там? А бурит. Ну бурит, какая разница. Сверлит дрелью. Суть-то в том, что там можно в квартире такое сверлить, бурить, неважно сколько. Он там что, всю квартиру решил в решето превратить? Ну сколько ты делал ремонта в квартире? Ты так недолго не бурил никогда? Нет, конечно. Ничего? А если плитку одалбливает в ванне, может быть такое? Да там она вообще одалбливается в элементаре, там за час, за полтора, ну за два там максимум вся отлетает. А тут уже третий день, он что-то сверлит. Бурит. Я тебе говорю, вот реально за сколько вот эти дни можно квартиру, вот я не знаю, что он там делает, в решето превратить, прям реально. Чё там делать вообще, чё там сверлить, я не понимаю. Какую-то там ювелирную работу он там вытворяет, что ли, прям по миллиметрику что-то высверливает. Что-то сыр не тянется. А он уже замерз уже. Ой, блин. Давайте. Во, пошел. По-моему, тянется вермишель, а не сыр. Технологию нарушили. Надо было в горячую все-таки вермишельку-то кидать. Сырочек-то. А не чуть остывшую. Нормально. Да? Все. У нас нормальная технология. Ну, кстати, я вот говорю, напишите, пожалуйста, вот кто занимается ремонтами, что можно так вот вообще бурить долго вообще, а? Вот я просто, может, не понимаю. Может, действительно там есть какие-то виды работ, где прям надо несколько дней подряд прям вот сверлить, там, я не знаю, без остановки. Сделать 2000 дырок там для чего-то там, не знаю. Мы сейчас покушаем, пойдем кормить деток. Они нас на кухне ждут. Но еще пока не проголодались. Они мороженое поели? Как обычно у нас. Да, на улице. Мы сейчас были на улице, купили им порцию мороженого. Ну, грех не купить такую жару. У нас там жара на улице сейчас возобновилась. Хотя с утра было пасмурно, холодно. Да.
Распогодилось. Угу. Приехали, есть не хотим. Вот решили мы первые покушать. Сейчас покушаем, их пойдем кормить. Я с утра потушила печеночку с луком. Нашла рецепт такой простенький. С гречкой покушают. Салатик с утра успела сделать. Я догоню ее. В общем, сейчас пойдем деток кормить. Слушай, вот, даже вермишель с оливками вообще классно сочетается по вкусу. А оливки очень вкусные вот эти. Знаешь, там были разные оливки фаршированные. Тунцом, лимоном. Прикольно. Еще чем-то. Много всяких. Они, походу, стоят, наверное, капец. Ну, подороже немного. Давай как-нибудь попробуем. Можно? С тунцом. Мне прям стало интересно. Я помню, раньше как-то покупала один раз. Фаршированный мне не очень понравился. С лимоном, мне кажется, как-то не то. Он не так кисленький, да, слегка? Угу. Вообще лимон сверху. А вот с тунцом есть смысл попробовать, кстати. Я не пробовал вообще ни разу. Никогда в жизни. Фаршированные оливки. И с перцем красным фаршированным. Вот это да. Оказывается, сколько я в жизни видов очень упустил. Что случилось? Что ты увидала? Что? У нас же стрим. В пятницу. Завтра. Хотя я не знаю, когда я этот видос буду выкладывать. Не завтра, а сегодня. Получается. Сегодня четверг. Видос-то выйдет в пятницу. Стримы проведем. Не факт, что оно выйдет в пятницу, вот этот видос, кстати. Почему не факт? Потому что не факт. Ты подумай, дорогая моя. Ну ладно. Уже она подумала. Мы просто снимаем видосики, когда у нас есть время. И не факт, что прям вот мы сняли сегодня, и сегодня его выложили. Не всегда так получается. Бывает, что... Снимешь его, а выложишь аж там, не знаю, через 2 дня. Я уже наелась. А я еще нет. Потому что ты мороженое съела, а вот я его не ел. Да, я же тебе перебила аппетит, можно сказать. Угу. Эта порция небольшая была, но мне, видать, хватило. Не, ну классно, да? Прям обожаю. Я уже думала, что у нас наконец-то осень уже. Не наконец-то, а осень наступила. Не люблю эту осеннюю пору. Она какая-то грустная осень всегда. Ассоциации с грустью, с печалью. С началом учебного года. Ну, надо идти в школу. Это, конечно, может навести грусть, печаль. Сейчас учеба начинается у нашей Даши. Нужно с ней будет делать уроки. На руках маленький Лёша. Как это тяжело сейчас будет. Как это будет все происходить, не знаю. Поживем и видим. Ну, что ты сразу? Надеюсь, мы справимся. А печально прям. Ой. Я просто понимаю, что это мне предстоит все. Я буду помогать. Ой, как все сытненько. Знаешь, чем можно было еще к вермишельке? Мы так торопились, что не успели. Овощей еще можно было. Я же салат сделала. Можно было салатик еще положить. Да? Ну да, что-то мы про салат-то не подумали. Салат-то он стоит. А дети-то его у нас не едят. Потому что там куча зелени, всякая разная. Базилики, петрушки, они его есть не будут. Ну, уже поздно. Да, что-то у нас позднее зажигание, как обычно. Не у нас, а у вас. Знаете, я лечу свой глаз вот от холезиона. Ну, или мне кажется, но мне кажется, что у меня уже это... Или мне кажется, но мне кажется, тавтология, в общем, ладно. Что уже стало проходить. Поуменьшилось немного. У меня 2 шишечки с двух сторон. Капец.
Начинаю грудью кормить, так начинаются проблемы всякие вылазить. Но я сейчас стала пить кальций. Вот купила себе кальций. Думаю, может быть, поможет. Да, надо пить 3 раза в день, я, как обычно, все пропускаю, забываю. В общем, пью там надо 3 раза, я пью там где-то 2, где-то, блин, вообще 1 раз в день. Надо во время еды пить. Кстати, вот надо было сейчас мне выпить. Я опять сейчас и выпьешь, пойдешь. Это уже после еды получается? Нормально пойдет. На протезу прокатывает. Значит, сейчас выпью. Ой, я наелся. Я тоже наелась. Ну что? Все было просто обалденно, было вкусно. Я, вот, вообще, вот я люблю вот эти спагетти, там, рожки с сыром, я не знаю. Короче, углеводы. Если еще и будут какие-нибудь там сосисечки, колбасочки, вообще просто обожаю, да. Друзья, поддерживайте наш канал, ставьте лайки, задавайте вопросы, пишите комментарии, переходите по ссылке на наш 2-й канал Step Family, там наши семейные посиделки. Там много трэша. Да. Настя ждет. Настя ждет, Настя старается. Ну что, мои хорошие, мы с вами прощаемся. До скорой встречи. У меня другая роль. Скоро увидимся. Бах-бах-бах.